Ветер Махема не работает. Твоя задача найти и перезагрузить центральный сервер. Тогда я смогу войти в систему и выяснить, что происходит. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карла из Гудзон Авионикс. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Брэтом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. Передай ему, чтобы он срочно перезвонил. Это важно. Спасибо. Сообщений больше нет.
Новых сообщения. Первое сообщение. Чак Хабигер. Это Чак Хабигер. Я проверил показания. Рекомендую заморозить проект Персей до выяснения причин синхронизации. Общая картина та же, что и в прошлый раз. Однако последствия теперь могут быть гораздо серьезнее. Следующее сообщение. Чак Хабигер. Я получил твое сообщение. Ты забываешь, что в прошлый раз Феттл был еще ребенком. Тогда мы просто закрыли источник. Но сейчас нам противостоит опытный командир, которому безоговорочно подчиняются сотни солдат. Вместо того, чтобы трястись над графиком работ, подумай о последствиях возможного бунта. Следующее сообщение. Маршал Дислер. Привет, это маршал. Я только что звонил Хабигеру по поводу Персея. То, что он говорит, действительно страшно. Пока есть хоть малейшая вероятность синхронизации, проект должен быть закрыт. В других обстоятельствах я бы посоветовал не пороть горячку, но здесь лучше перестраховаться. Перезвони. Сообщений больше нет. Допускаются только спасатели. Точных сведений о происшедшем до сих пор нет, но официальные лица не исключают версию теракта. Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17:00 в здании штаб-квартиры корпорации Armafin Technology ведущего подрядчика Минобороны прозвучали выстрелы. Что... Программа, начатая в 73-м. Что-то насчет влияния невесомости на организм. Потери мышечной массы, плотность костей, ну и так далее.
Не стреляйте, я Нортон Мейпс, я инженер. Фу, штатский. Дай ему передачу. Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось. Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Вон там. Зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужна моя помощь. Цену я назвал. А я тут подожду. Пока.
потеряли одного! Нужна помощь! Срочно! Охрана действительно в отдельной сети. Картинку с камер я вижу, а войти в сеть не могу.
приближаешься к месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди Джин. Ты видел ее, правда? Она источник. Я только что засек сигнал Феттела. Он где-то впереди. Будь осторожен. Меня создали из нее. И она меня родила. Нас разделили, но мы едины. Она плавает во тьме, будто младенец в утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Сигнал опять пропал, черт! Нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Фэтл где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Полное разжижение ткани. Может, химия? Но это требует времени. Береги себя!